приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы играем игру про кота Stray. Итак, установили радиоприемник. И сейчас этот пушистый обормот пришел опять на квартиру к аутсайдеру Момо, или кто он там. Только где тут? Ага, подождите. Нет, не спит. Смотри, записка. Так, маленький аутсайдер, если ты это читаешь, значит, ты еще жив. Отлично. Я отнес кое-какое оборудование в бар, чтобы воспользоваться их антенной. Давай встретимся там. Я заблокировал окно, но код, чтобы его открыть, очень простой. Это... Понятно. Будь внимателен. Код чувствителен к регистру. Увидимся в баре, Момо. Должно быть, это код от окна возле входа. Вперед. Ты окно мне закрыл? Ну-ка, играй давай. Пусть все думают, что здесь кто-то есть. Давай, точи. Порви его тут все. Так. Окно закрыл. Скотина такой. И никак. А, вот. Нашел окно. Давай. Ну. Это была буква H. Ой, прости, ладно, попробуем еще раз, а потом было. Вот так. Все, давай. Залазим. Подождите. Не спешите. Какой-то чувачок сидит. Так, ты кто вообще? Вера, пожалуйста, не беспокой, я такая неуклюжая. Блин. Так. Ну давай, прыгай. Осторожно. Я не хочу уронить ведро. Так. И еще разок. Нет, рано. Поздно, то есть. Блин. Так, 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 подожди. И... А я могу понежиться об ноги? Блин. Ладно. Да подождите вы. Давай сюда. Так. О. Этим ребятам лучше перестать ронять ведра с краской, иначе космос зальется. Давай. Так, поточили.
А тут есть вход. Эй, маленький пушистик. Иди сюда, мне удалось поймать сигнал. Подожди. Подожди маленько. Так. Подожди немножко. Давай. Маленький пушистик. Да, и он такой. Маленький пушистик. Опа. Вот так. Ну, что ты сделаешь? Ну ладно, не ругайся. Не ругайся. Смотри, что я придумал. Сюда. 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 Подожди. Так. Пакостим. Так. Забираем. Что тут еще есть? Что тут есть? Пакостить еще можно как-нибудь? Да, вроде нет. Еще надо в одно место. Ага, подожди, стой. Вот как раз. Вроде недалеко. Недалеко. Давайте я дам ему еще мелодию поиграть. Так. Давай, смогу. На, вот тебе. Баллада об одиноком роботе. Давай. Баллада. Вот почему вот я не могу слушать, пока бег. Пока бегаю. Так. Давай. Так. Вот это. Все. А это-то что такое? Три банки. Так. А у меня сколько? Две. Где-то одну не взял. Ладно. Так, идем к бабке. Бабка где-то вот здесь, вот, если не ошибаюсь. Где-то тут я ее видел. На, бабушка. Так. Благодарю. Я немедленно приступлю к работе. А вот и свитерок мне связали. От зургов, надеюсь, помогает. Получу новый предмет. Держи, малыш, он тебе отлично подойдет. Все понятно. Тут где-то, подождите, тут где-то взломщик какой-то, хакер был. Ты здесь что ходишь? Познакомиться, ты кто? Так. Мне, так, наши предки крови. Понятно. Так. Ну давай, давай, давай. И. Так. Ну-ка, ты кто? Бабушка шила мне одежду довольно стильно, не так ли? Блин.
Ты что, зашел куда-то? Так, это всего лишь я. Взяли ноты. Воспоминания есть? Воспоминаний нет. Здесь что-нибудь есть? Вот такой я музыкант. Что у тебя тут? Вау! Давай познакомимся. Мне тебе нечего предложить. О, дерево, давай запоминай. И что это? Это дерево настоящее чудо науки. Почему науки-то растет само по себе? Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растения, которые процветают без солнечного света. Органической жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают. Так, понятно. Так. Давай. Откроем окошко себе. И вот теперь можно в бар идти. Ты меня звал? Где ты? Рассказывай. Давай посмотрим, смогу ли я заставить эту штуку работать. Давай. Что-то непонятно. Почти получилось. Прием, меня кто-нибудь слышит? Да, мы тебя слышим. Погоди, это ты, Сбалтазар? Мама? Я не смогу поверить, я так рад слышать твой голос, Сбалтазар. Ты где? Остальные в порядке? Да, в безопасности. Мы нашли путь наверх. Прекрасно. Ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Очень опасно, везде зурки. Канализацию? Но как? Черт, сигнал пропал. Не могу поверить. Ему и другим аутсайдерам удалось выжить в канализации. Самое опасное место в трущобах. Ничего страшного. Я же Котя. Выживу. Вам ни за что в жизни не пробраться через канализацию. Там все кишит зурками, они быстро с вами расправятся. Особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом. Ничем хорошим это не закончилось. В любом случае, я тебя предупредил. Твои дела меня не касаются. Ну тогда молчи. Советчиком, подсказчиком, хер за щеку. Рассказал он тут. Шеймс, говори. Его отец Док был великим ученым, он разрабатывал какие-то новые оружия для борьбы с зурками. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство, но так и не вернулся. С тех пор Шуймус сам на себя не похож. Так, и куда это мне надо? Не слушай его, он просто напуган, как и я раньше. Если Док создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Док несколько раз упоминал секретную лабораторию, должно быть именно там он над этим работал. В квартире Шеймуса может быть подсказка. За мной. Пойдем, пойдем. Я только рад за тобой идти, если ты мне дверь откроешь. И покажешь, куда здесь, где Шуйман живет, а где он не живет. Давай. Немножечко. Это я напакостил, нравится? Ну не ругайся, не ругайся. Вот такой я фулиган. Перевести. Ну, кто-то по помойкам шарится.
Шеймус, открывай, ну же, твой отец хотел бы нам помочь, ты это знаешь. Короче, туда надо как-то попасть. Что ж, этого следует ожидать. Шеймус очень переживает из-за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет. Но вот тебе, кажется, у меня есть идея. Ну? Ах ты, воюшка. Вот, возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. Понятно. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию, маленький Амс. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться установить связь с остальными. Хорошо. Итак, я готов. Ты мне ничего не хочешь сказать? Не забудь отдать записную книжку Шеймусу в его квартире. Я уверен, что мы найдем оружие, над которым работал его отец. Хорошо. Так. Здесь ничего нет. Ага, вот он. Ругается. Что ты здесь делаешь? Я же говорил, пробираться через канализацию самоубийства. Оставь меня в покое. Так, а где ты? Записная книжка. Вот. Оно нет. Что это? Погоди. Это моего папы? Ого, я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната, но где? Ага, тут тайная комната есть. А где? Тут есть тайная комната. Что тут есть? Так. Это чего? Давай, давай. Ага, а это чего? Давай, ты умный кот. Справишься. Ага, должен быть где-то кот еще. Давайте смотрим, где кот есть. Это все картины тут снесу. Вот так вот я пакостник. Хулиган. Давай переводим. Время покажет. Время. Время покажет. Время покажет. Ну-ка. Время покажет. Что покажет? Время. Ты смотри, какое-то время где-то что-то показать должно. Я раньше не замечал этот цифровой код, как я мог его пропустить. Ну-ка. Понятия не имею, какой здесь пароль. Время. Время, время. Че, как через какое-то время сам откроется или что? Или... А, подождите, а вот часы какие-то. Что там, 2 часа? Что-то 5 часов. Час, час. 1-1, подождите. 2-5-1-1, ну-ка. Давай. Что там, 2-5-1-1. Вот и. Давай. Да блин. Смотрим, что здесь у нас. Перевести. Наблюдение. Подожди. Приятные звуки, но полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов. Совершенное зрение в темноте реагирует на интенсивный свет. На интенсивный свет реагирует. Ага. Ну это вот такой вот получается фонарик. Ну-ка еще раз. Так. Старые бактерии человеческих времен. Полное отсутствие дружелюбия. Блин. Страшные существа. Первый раз вижу эту комнату. Не могу поверить, что ему удалось скрывать от меня все это время. Схемы должны быть где-то для его оружия против зурков. Папа всегда скрывал, над чем он работает. Понятно. Так.
Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из поселка и так и не вернулся. Так. А что здесь? Здесь что-то есть? Ну-ка. Что там? Просто коробка. Ну-ка, перевести. Схема дефлюксора. Концепция световой. Пистолет, низкий приоритет, внешний вид, размер, мощность, шума в децибелах, высокий приоритет, испытание в реальных условиях, цель уничтожить 20 зурков в секунду. Ого. Это что-то мощное. Так. Вот, еще что-то. Санкция. Внимание, контроль над зурками потерян, теперь они едят металл. Давай, коробку эту вторую. Скидывал, что вот там. Что такое, сломанный трекер. Ну-ка. Нашел здесь что-нибудь интересное. Где этот сломанный трекер? На. Погоди, я это раньше уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зурков, верно? Мой папа точно взял его с собой. Только... Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной, я открою тебе дверь. Что, все, здесь больше ничего нету? Ну ладно. Открывай. Хотя я посюда сам могу выйти. То есть старый пердун ушел, что ли? А, нет, вот он, смотрите. Тут у него что-то случилось. Трекер. А кто мне может помочь с этим трекером? Ну-ка. Блин. Где-то тут программист жил. Так. Прыжок. Ну-ка. Поговорить. Да, чем могу помочь? На, вот это. Ого, отличный трекер, я знаю эту модель. С помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно? Ну, конечно. Я знаю, как его починить, но когда я так дрожу, я даже клавиатурой пользоваться не могу. Не знаю, заболел ли или что-то, но я чувствую себя неважно. Я не могу работать, когда так дрожу. Думаю, мне нужно одеяло, чтобы я мог починить трекер. Так. На. О, где-то я нашел. Выглядит просто потрясающе из проводов, а? Дай-ка примерю. Понятно теперь. Смотри, дрожь прошла, я снова могу работать. Одеяло из проводов, господи. Спасибо, теперь я точно смогу починить твой трекер. Давай взглянуть, просто нужно обновить и еще кое-что. Вуаля! Получим новый предмет. Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь. Удачи. Так. А здесь больше ничего нету? Так, по кровати потоптались. Прыжок. Спрыгнули. Так, 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 так. Не получается восстановить связь. Нашел что-нибудь интересное у Шмейнуса? На, вот это. Это одна из тех новых игровых приставок. Блин, ты ни хрена не понимаешь, что ли, в этом? Ладно.
Давайте. О, кстати, музыканту давайте еще раз дадим ноты. Так. Так. Ноты. Немного важной информации. Это было написано по известному алгоритму. Давай. Ну так-то красиво поет. Поет, играет. Так, так, так. И сейчас мы мячик забьем в корзину. Пунк. Нет, не забили. Так, а здесь у нас что? Куда-то наверх можно, да, пойти? Ну-ка, давайте посмотрим. Так. О чем вы здесь разговариваете? Дверь неизвестно куда ведет. Что здесь есть? Котя? Подожди. Блин. Так, оттуда я пришел. А здесь что у нас? Вау! Это энергетический напиток или чего? Ну-ка, пойдем-ка. А что, там больше никуда не залезть было? Куда я попал? Это что за глюк-то? А, это этот. Глюканутый, подождите. Так, тот мелодию-то проиграл уже. Сейчас ему еще ноты дадим. Пусть еще и играет. Какой-то хиппи. Так. Ноты, вот тебе, на. Вечер вычислений. Играй давай. Только послушай. Хорошо играешь. Это что, застрахуй братуху, что ли? Очень похоже. Блин. Застрахуй братуху, застрахуй. Давай, ну-ка. Так. Три банки энергетика. У меня... Так, что, вот это энергетики, да? На. Блин. Ну так вместе это три будет или что это? Энергетический напиток. И это энергетический напиток. Да блин. Блин, ну давай. Недостаточно. Тебе что надо-то? Или они разные какие-то напитки энергетические? Блин, блинский. Еще где-то, значит, нет. Подождите, ладно. А ты-то что стоишь здесь? Ты можешь уйти? Поговорить с Тедди. Смотри, какой красивый, она так хорошо вяжет. Ходят слухи, что меня еще ищет что-то подобное. Блин. Ладно, сюда давай. Котя. Заходим. Че ты дверь-то открыл? Тебе удалось починить трекер? Да, конечно. Получи. Ты его починил. Молодец. Давай сюда. Да, да, конечно. Какой умный робот. Что там? Что там?
Есть сигнал. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру, может быть, мы и так найдем папу. Пойдем. Мне вообще-то оружие какое-то надо, как я понимаю. Ну, не папу твоего искать. Котя, котя, котя. Котя, 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 котя. Вот так, вот так, вот так, вот так. Это Симба на минималках. Там, топ, 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 топ. Красивый, красивый, красивый котик. И куда-то ты идешь к закрытой двери, кто? Он туда может залезть, там что-то может быть. Так, так, так. Ну. Ну вот, он действительно ушел из трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен. Мне нужно знать. Вперед. Все, мы уходим из трущоб, я так понимаю. А реликвию так я не получил какую-то там. Ну и ладно. Что ты, что ты, что ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Может, мне какое-то оружие дадут? Которое убивает он. Ты куда? Только посмотри на все эти яйца зурков. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурги меня точно догонят. Вот, возьми этот значок, папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Получим новый предмет. Я открою тебе дверь. Ну, давай, открывай. Посмотрим, здесь есть что-нибудь еще. Блин, блинский. Давай, я пошел. Так. Куда, сюда? Здесь, подожди. Нет, не сюда. Блин, куда, куда, сюда, сюда. Ой. Съехал на попке. Да, уйдите. Уйдите. Блин, съели кота. Это будет не кровы. Ну-ка, давай еще разок. Надо тут бежать. Бежать, бежать и бежать. Чтоб они тебя не сожрали. Так. Подожди, подожди, стой, котя. Да. Убейте. Блин. Да сейчас. Прыгай, прыгай. Ты почему не стал прыгать-то? Блин, котик, мне тебя так жалко. Эти тараканы тебя сожрут, падла.
Ага, сейчас. Прыгают-то они, ничего себе. Да уйдите вы. Уйдите. Подожди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А чё это вы сразу-то? Да уйдите вы. Прыгай. Ого. Пушистик, они тебя чуть не поймали. Давай. Вот сюда. И еще разок. Давай. Вот так, солнышко. Блин, а так жил хорошо, пока не упал. Вот эту город. Вон опять зурки. Ой-ой-ой-ой. На телеге. Сейчас мы их раздавим. Ого! Так. И что, мы выжили? Выжили. Вставай, котя. Ты в порядке? Ничего себе падение. Док должен быть где-то рядом. Осталось совсем немного. Блин, хромает. Надо расходиться. Что, дай ведь поспить? Нет. Опа. Миш. Труби или что здесь? Интересно, этот робот-то как здесь успевал пробегать? А хотя что успевать-то? Он же там убивал их. Что-то десятками за секунду. Смотрим. Вроде никого нет. Кабель куда-то ведет. Кто-то, значит, здесь живет. Понятненько. Ага, тут нету ничего такого. Какая-то слизь, мокрота только. Так, а этот-то куда мяч? Еще здесь что есть? Яйца зургов. Ладно. Давайте, раз мы уж сюда пришли, глянем здесь. Использовать. Выберите предмет, чтобы использовать энергетический напиток. Вот, я не знаю, давай так. Это электрический генератор, но похоже, чтобы он заработал, требуется еще какая-то часть. Понятно, надо искать. Искать, искать. Это что, руки что ли? Манекена? Так. Здесь никто не живет, он в дверь заросла раз. Понятненько. Так, а эту часть-то где запчасть можно взять? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, страшно так-то.
Их нету, нету, а сейчас как выползут. Окно открыто. Туда сейчас не могу, да, пробраться? Тихо. Не слышу, не слышу, не вижу. Окно. Ой-ой-ой. Ну давай в окно сначала сходим. Что здесь? Ничего, да, интересно. Здесь что? Ага, зурги. Вниз спустимся. А вот и папочка спит. Типа Эйнштейн такой. Эй, погоди, ты внизу, кто ты? На тебе мой значок, откуда он у тебя? Тебя послал мой сын, мой умный мальчик. Я здесь один уже целую вечность протестировать дефлют, но все пошло не по плану. Так, я очень скучаю по сыну. Так, понятия не имею, как выбраться отсюда. Подожди. Мы в ловушке, так, как только мы отсюда выйдем. Блин. Чувствую. Эти автоматы есть, но они все не рабочие. Чего столько мусора-то? Музыку включай. Что у тебя тут есть? Так. Это же оружие. Эй, осторожнее. Так, он в полном разряде. Он взрывает зурков, как конфетти. Ну, а что тут тогда? Так, требуется так, способ его создать. Это генератор за домом. Ну, это вот... То, что сломано было, починить надо. Так, выйти наружу, чтобы починить, для меня слишком опасно. Так, я покажу, что делать. Пойдем. Покажет он мне, что делать. А я здесь, смотрите. Ну, он совершенно новый, получил новый предмет. Все, я смогу зарядить и запустить. Ну, это я знаю где. Это я знаю где. Так. Вот он, предохранитель. Что, теперь они на меня нападут? Заработал генератор. Мне надо бегать, пока он всех не уничтожит или что? Так. Да.
Уйдите вы. Блин, сожрали. Надо, значит, назад отойти, чтобы он их полопал. Давай, не мурлыкай там. Все? Подожди, не уходи. Фух, чуть не поймал. За жопу хотел пушистую укусить. Оп. Ну, я молодец. Ну что ты? Возрадуйся. Отлично. Ты включил генератор. Конечно. Видел, какая мощная штука. Это так вам точно поможет нам выбраться отсюда. Возможно, я смогу установить на твой дрон. Давай. Это будет прекрасно. Ну, сработал дефлюксор, установленный на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы от этого маленького источника питания. Если использовать его слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли в поселок, я возвращаюсь домой. Сын. Что, мне тебя сопровождать надо, что ли? А на какую? Мы должны помочь, так. Да я знаю, что мы должны помочь. Так, и как эта штука работает? Уничтожь всех, чтобы мы могли пройти. Так, он может перегреться. Если это произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, это хватит, чтобы добраться до поселка. Ну, я тоже на это надеюсь. Че ты где? Куда-то прошел. Переключатель не работает, похоже, электричество отключилось. Ну, я так предполагал. Сейчас будем восстанавливать. Так. Эту бочку сюда откатим. А эту туда покатим. Катим, катим, катим. Блин, не докатил. Давай, Котя. Вот так. Еще? Так, а яйца зурков тоже лопают? Хоп. Где ты?
Подожди, перегрелся. Все. Нормально. Беги, док. Беги. Да подожди. Вот так. Уф, пронесло. Конечно. Блин. Что-то ты у меня подлагиваешь. Ну-ка. Стой, 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 стой. Давай сопроводим деда. Пойдем, пойдем. Открывай. Кстати, почему жуки не проели дверь, неизвестно, они же железом питаются тоже. Сейчас все удивятся. Сынок, батько, ну, такая история. Вернул члена общества. Спасибо, что спас дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шумуис больше не одинок. Теперь мы знаем, что можем дать отпор зуркам. Мимо ждет тебя у канализации. Хорошо. Мы сделали с тобой хорошее дело, это я знаю. Но перед этим... Так, сюда. Потом сюда. Пойдем, пойдем. Где ты? Вот здесь вот. Или не здесь? Ну-ка, давайте-ка вот сюда. Оп. Сюда. Вот. Да блин, не сюда. Ладно, не расстраивайтесь, вот так сидите грустный. Нет, мне надо наверх. Я точно помню, что... А, вот, подождите, я знаю где. Нет, вниз, вниз. Убирай дальше. Продолжай. Сейчас мы дадим еще раз ему музыку сыграть. Так. Спасибо. Музыка. На, вот. Нечитаемые ноты. Ну давай, пробуй. А я пока спать. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем серии. Пока!